пожалуйста, прикрывайте рот, когда чихаете в следующий раз, хорошо? А, и кашляйте тоже. Так, на сегодня я ваш врач. А, Лор, сегодня мы с вами проверим ваши уши, горло и нос. Я сейчас посмотрю по вашей медкнижке. Обязательно обработаю их антисептиком.
Давайте еще разок. Одинаково слышите? Так, а хорошо ли вы слышите звуки? Thank you.
вас не должно быть ассоциаций, потому что будет абсолютно по неассоциативному ряду запах идти. Вы нам просто